Здравствуйте, а вы на канале «Шокирующие вести». Российский школьник выступил в здании Бундестага, чтобы извиниться за убитых солдат вермахта. Мальчик считает, что многие солдаты вермахта не желали воевать против СССР и невинно погибли на поле боя от рук бойцов Красной Армии. Российский школьник из Нового Уренгоя Николай Десятиченко, увлекающий историей Великой Отечественной войны, выступил неоднозначным докладом в здании Бундестага. Старшеклассник вместе с другими гимназистами приехал в Германию, чтобы принять участие в центральном траурном митинге, посвященном памяти жертв войны и тирании. В своем выступлении Десятиченко назвал солдат немецкой армии жертвами ВОВ, которые пали в схватке в Красной Армии. В частности, школьник вспомнил сталинградский котел, где солдаты вермахта были окружены советскими бойцами. «Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинных погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, которых мне рассказывал мой дедушка», – добавил гимназист. Школьник извинился в немецком парламенте за всех убитых солдат вермахта и вызвал бурное обсуждение своего выступления в России. Пользователи соцсетей возмущены заявлением гимназиста и призывают вразумить мальчика. Некоторые даже попросили дать правовую оценку действиям школьника и проверить учебное заведение. В свою очередь, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз выступил в защиту ребенка. Он призвал руководствоваться здравым смыслом, оценив выступление школьника в Германии. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также пишите комментарии по поводу происходящего.